Вы смотрите «Город новостей», продолжим выпуск. Несмотря на осень, кое-где продолжается ремонт не только проезжей части, но и тротуаров. Вячеслав Горецкий сегодня оценил участки. В эфире «Мелочи жизни». Зачастую некоторые мелочи, показанные в нашей рубрике, ответственные за это лица не замечают, либо не хотят замечать, и остаются они неисправленными. Недели две или три прошло с того момента, как я, побывав здесь, шуточно обозвал этот фонарь следящим за самолетами возможного противника. Но на самом деле опора освещения до сих пор находится в точно таком же состоянии. Этот фонарь никто не стремится вернуть на место. Так и продолжает он висеть на электрических проводах, и до него никому нет дела. А, наверное, все потому, что находится этот фонарь в узкой улочке Бочкарева, дом 17. Стоит отметить, что ситуация – сущая мелочь, ведь исправить эту проблему можно практически не прилагая материальных средств. Поэтому, уважаемые электрические сети, восстановите опору освещения в этом проулке. Вот уже несколько недель идет дорожный ремонт трассы, соединяющей город с поселком Кирово и Дальний. Официально он называется как транспортный подъезд к городу. Мы, правда, на это обратили внимание только сейчас, но отметить хочется позитивные изменения. В первую очередь в том, что асфальт здесь сняли целиком. На большую глубину срезали полностью дорогу. Все для того, чтобы уложить по всем правилам специальное полотно под дорогу. Вдали работает техника и уплотняет грунт. Впоследствии здесь появится асфальт. Наблюдать такое очень приятно и отчасти даже завидно. Почему в городе на той же улице Бачурина мы не видели таких капитальных изменений? Как бы то ни было, к 1 ноября дорогу обещают открыть уже в новом виде. А это значит, что добираться кунгурякам в микрорайоны Кунгура, которая называется Кировский и Дальний, будет гораздо удобнее. И также удобнее грузовикам будет заезжать в наш город. Слава Богу, все, что не делается, делается к лучшему. Вода точит камень. Ну, а мелочи, судя по всему, ситуацию в городе. По крайней мере, мне лично так хочется в это верить. Этот участок, этот тротуар по улице Пугачева на перекрестке с улицы Ситникова мы показывали много раз. И тогда я говорил, что люди в дождливую погоду вынуждены ходить вот таким вот образом, потому что лужи, которая здесь образуется, никаким другим образом больше преодолеть нельзя. Что-то изменилось в лучшую сторону. И сегодня мы заметили, как здесь начали ремонтировать, восстанавливать тротуар. Рабочих, конечно, сейчас не видно, но мы видим, что они здесь и они работают. И, судя по всему, благодаря вот этой куче отработанного асфальта, он будет приподнят над уровнем земли, соответственно, вода будет попадать в грядущую канавку. Видим также несколько бетонных блоков, которые будут обозначать границы тротуара. Подводя итог, скажу, мелочь действительно приятная и очень замечательно, что в преддверии осени здесь появится нормальный тротуар. Осталось его починить возле торгового центра Праги, но об этом уже как-нибудь в другой раз.